Записи. Играем за атаку, но не факт, что это будет атака, та самая атака, которую мы хотим. Вместе, потому сила. Что идет стычка. Всем, кто смотрит на Ютубе, отдельный привет, потому что вы, дорогие мои слоупоки, черт знает, когда будете смотреть запись этой прямой трансляции, поэтому приглашаю вас на Good Game, где, как видно, как мы смотрели по макетам от безумного дизайнера, более 250 каналов онлайн. О, это неудачник какой, а. Музыка для моих. Спасибо. Ой, справа кто-то топает. Причем враг топает. А, трейсерка. Бах, бах, бах. Вернется ведь. Так а где трейсерка-то? Она вроде там где-то. Была. Нет! Настоящая сила. Изи. За Зарю, конечно, приятно играть, она такая плотная. Вы прибываете в конструкторское бюро Вольфсбург. Да, в премиум качестве без рекламы, так и есть. Играем за атаку, я возьму Зарю для разогрева. Очень нравится мне этот герой. Во-первых, прическа отличная. Шрам в виде звезды. Ну, опять же, бровки аккуратно. Глазки подведены. Помадой не пользуются. Ну и, конечно же, бицуха больше, чем... Ладно. Странная, конечно, русская героиня. Но такая точно коня нас какого остановит. Горящую избу снесет. Будем атаковать. У нас в команде есть туретка. Парки. Непонятно, зачем он взял бастион. Есть фара, солдат и снайпер. Не хватает, очень не хватает нам саппорта. Саппорт Симметра тоже в атаке весьма странный саппорт, но в принципе можно ей хорошо отыграть. У меня больше всего вопросов, конечно, к парке. Так и хочется ему что-нибудь едкое сказать. Но может быть у него есть план. Может быть есть план. Сейчас посмотрел на ютубе, как вы страдали и радовались Left 4 Dead. Два. А сражения вы не играли, да? Сражения чуть-чуть поиграли. Чуть-чуть. Ну, не факт, что есть в записи эта тема, но мы поиграли немножко именно. Я поиграл один, кстати, немножко в Left 4 Dead, именно такой. Против. Да не, играли мы, играли. Так, работаем, ребят. Я не знаю, будут ли нас встречать или не будут. Вроде не встречают, то есть оборона будет правильная на входе. Мне не накинули ТП, несмотря на то, что я, блин, танк. Мне не накинули ТП, ой, в смысле ХП, щита Симметра. Я ее за это тихо ненавижу уже, потому что как бы нельзя так делать. Туретка разложилась, молодец. Начинаю потихонечку застреливать. Мы видим там у них Винстона, мы видим там... Тихо-т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 ихо
Закидываю Квинстону. Захожу сюда. Надеюсь, что здесь будет спокойно. Здесь действительно спокойно, но не очень. Аптечка. Быстро! Беда. Да, там слишком много. Слишком много дэмэджа было. А, и на мне дебаф еще висел от Дзиньята. Ладно, хорошо, соберемся. Бастион у меня радует. У нас вообще. Он бы еще на базе разложился и защищал бы наш респ. Красавчик, Бастион, красавчик. Физкульт, привет. Физкульт, привет. Привет. Привет, замечательная озвучка. Тихо. Да блин. Ой, нет, 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 куда уворачиваться? Изи. На. Ой, блин, зря я высовываюсь сюда опять. Куда ты ползешь? Куда ты ползешь, гад? Куда ты ползешь? Я ухожу, есть на ульту. Вижу, сюда идет танк жирный. Жирный, но тупой. Нет аптечки тут, бедолага. Ой, фара сзади. Воу. Залетела. Так, на ульту есть. Фара тоже умом не блещет.
Правда, я сейчас аркажу, но... Но ничего страшного. А, там снизу стреляют! Тихо. О, не надо. Ну, ты чего? Ну... Не надо. Как я... Ай-яй-яй-яй-яй, карамба! Не туда пошел, не туда. Сейчас он сплэшем просто меня. Вот сейчас сплэшовой стрелой. Да, там, конечно, ересь творится. Ладно, есть ТП, симметрия, спасибо. Отлично, я сэкономил просто миллион времени. Секунд, наверное, 5 сэкономил, благодаря такой топовой симметрии. Да прекращайте вы, люди, ну хватит. Как будто я один тут терплю. Перегрев, ёпрес, это там еще туретка. Твою налево, ну как так, ну ребята, ну в конце концов, надо же и честь знать, ну как вот сражаться с ними? О, хорошо, туреточку взяли. Я захожу без палева на точку. А, нет, туретку не уничтожили, вот она здесь стоит. Да фара, прекращай, дура. Зашафтили фару. А ты что руками машешь, друг? На-на! Ультую! Я ультую, пацаны, держитесь! Хорош! Хорош! Гном вышел. Не хочу под туретку выходить. Нет, нет, держись! Хорош! Миша, держись. Регенимся по-тихому, перезаряжаемся еще тише. А так точку захватывают, поле взял. Все, отлично. Изи! Просто изи. Кто там стреляет? Опять этот нубас Диньято. А ты куда лезешь, друг? Лечись, лечись быстрее. Не успеешь. Не успел. Какая досада. Продвигаемся на точку. Ульта 70%. Лечусь. Кто-нибудь поддержит? Конечно, поддержит. Не надо. Блин, беда. Плохо. Серия 7 убийств прервана, потому что пожадничал. Работаем. Не достал мели два раза атакой, а он все-таки со своими стрелами, гад, достал. Но есть ультимейт. Надо разогреться хорошенечко, чтобы ульта зашла очень хорошо, чтобы можно было пострелять в полной мере. Пацаны, о, есть танк у нас. Туретка решила стать танком. Это явно полезнее, чем... Блин, да как так-то? Не надо. Не хочу умирать. Твою ж налево, там кто-то слева. Кажется, этот же слева и был. Ой, какой фейл, а, какой фейл. О, вот это полезно. Это очень полезно. Телепорт прямо на их базе. Шутка ли? Стреляй в меня, стреляй сильнее. Давай еще, друг. Ульта, но надо разогреться, пацаны. Тихо! Я не вижу где. Понял, все, вопросов нет. Не надо больше стрелять. Разогрев хреновый. С ракет. Кто-то сверху ультует бастион. Очень плохо, ребят. Туретку вижу. Разогрелся, но умер. Ну, там Макри, там солдат, там еще фара, не знаю, фара вроде не попала, но солдат большую часть урона нанес. Щит спал, это просто... Короче, надо собраться. Хотя бы рядышком с этим, с Райнхартом постоять. Потому что, хоть на Райнхарте щит свой не разогревается, но, по крайней мере, я буду себя чувствовать более спокойно, понимаете? Понятно. Иди сюда. Падай, птичка, падай, сейчас спадет же у тебя. Да, но нет. Да прекращай, Макри, ну хватит, нет! Щит, КД! Еее! Так, на 8. Работаем. Ой, это солдат стреляет опять. Гном какой-то психованный абсолютно. Вижу солдата. Давай, дамажь меня полностью.
Отлично, сейчас можно ультануть. На парочку только. Не попадешь. Смотри. Изи. Контри мультимейт. Вот это скиллуха. Вот это скилл. Давайте, ребят, собираемся в кучу. В кучу, в кучу, в кучу. Блин, двух всего собрал. Два мало, но неплохо все равно. Где там следующий? Ой, туретка! Нет, 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 нет! Блин, куда я полез на две туретки? Такое у Вася бывает, а? Ой, ну заря, конечно, хороша. Ой, хороша заря. Даже несмотря на... Так, а где я? Я вообще тут в самом пекле. Телепорт на базе, это круто. Прям выходишь и под туреточку. Да, мало приятного. Давай, пацан, давай, я с тобой. Давай, давай, лезь. Ну, в бой. На туретке, на самом деле, хорошо разогреваться. Ой, там кто-то слева идет. Ханзо, Ханзо, друг. С тыла решил зайти. Блин, блин, тут тупик, тут тупик. Замуровали демоны. Тихо, собрался, собрался. Тихо, 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 тихо. Нормально, все нормально, нормально, нормально. Там ангел, фара. Блин, я не попадаю нифига. Ну просто не попадаю. Ой, все плохо. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Давай ульту. Да, ультанул, отлично, блин. Черт возьми. Так, пацаны, надо заканчивать играть в героя. Огонь по готовности. Да, огонь отлично по готовности прошел. Надо сейчас собраться. Меньше минуты осталось. Ульту я профукал. И из-за своих аркадных действий могу сейчас подвести тиму. Тима, конечно, не очень, прямо скажем, но... Но подводить ее тоже не хочется. Шансов у меня на реабилитацию крайне мало. Так, разогрев хорошо. Прошел первый. Там ультует. Блин, сзади. Черт, возьми! Там сверху Ханзо пришел. Трое у меня в прицеле. Блин. Тот момент, когда ты мочил всех, мочил, мочил, но проиграл. Блин. Ну все, ребят. Унижаешь их, унижаешь. Обестолкался. Нет слов у меня, просто нет слов. Лучший игрок. Ну, конечно, Турель капец со своим попугаем на пару топовыми игроками становится. Симметрия отдельное спасибо за ТП прям рядом с туреткой. Это очень грамотно было сделано. Очень-очень-очень жаль. Гоудуо сыграем, говорит Хавк. Хавк, у тебя... А, у тебя ж ключ есть. Ну, во-первых, я не знаю, какой у тебя Battle.net аккаунт. Я посмотрел, у тебя нет. Присылай мне в чатик, в приват, свою метку. Вот. И катнем. Чего? Хавка надо брать под крыло. ФФА он не тащит. Может, хоть в Overwatch зайдет. Так, Хавк прислал свою меточку. Добавляем. Беспалевно тогда. Давайте я лучше выключу, а то вдруг Хавк не хочет, чтобы вы ему писали. Так, я отправил тебе запрос. Прими, пожалуйста, приглашение. Бросай ты эту бету, go норм игру, говорит Крушификс. Крусайфикс. Кру... Короче, я не помню, как... Правильно. Всем добрый вечер, хорошего настроения. Сегодня у нас трансляция такая соляночка будет. Overwatch, будет парочка игр по StarCraft. Как только придет товарищ, которому эти пара матчей очень важны, потому что вчера он под занавес уже там в час ночи задонатил 2,5к на одну игру по StarCraft. Меня совесть заела. И я обещал, что сегодня будет StarCraft. Вот, но его нет. Собственно, его и ждем.
Скорее всего, кстати, надо с Хавком еще, наверное, созвониться. Вы прибываете на пост наблюдения Гибралтар. Так. А как же Ваха? Ваха не смогли. Ваха на выходных будет. Прошу прощения. Старик только из-за доната, как ты мог, Миша? Ну, как-то я к старику постепенно охладевал, в общем-то. Ничего удивительного. Но лотов я постримлю, конечно. Тем более компания, ролики, все дела. Хошк, ты тут? Ну, бас. Хошк, Хошк, Хошк. Приветствую. Ты меня слышишь? Так, пушки опустил. Ай, блин. Вы прибываете на Кингс Роу. Приготовьтесь отдать. Да, я тут, говорит Хавк. Ну, может, ты это самое, в скупе позвонишь? Или как бы... А, ты трейсерка, ёшки-матрёшки. Мы обречены, пацаны, мы обречены. Хавк выбрал самого сильного героя. Это просто... Просто удаляй. Слушай, меня пугает твой выбор. Ой, героя. Здравствуйте, здравствуйте. А почему? Ну ты же дохнуть будешь, как не знаю кто. Да не, нормально, я сегодня поиграл. Квадрокилл сделал. Квадрокилл. Это точно не дота была какая-нибудь? Нет. Ну ладно. А ты за кого? Да я думаю, вам тут саппорт нужен. Ну я пока еще не вошел в раш в этой игре. Квадрокилл. Ну ладно. Попробуем. Не, пацаны из чатика видели. Так что это... Не обманываю. Ясно. Ну посмотрим, что. Чувствую, сейчас бомбанет на кого-то. Да я сейчас... Ты понимаешь, что когда я один, как бы... Я поношу, как бы... Могу спокойно поносить товарища, который в тиме не очень. Ну, как это бывает обычно. Но сейчас же ты... А выбора у меня не нет. Ладно, не стесняйся. Да, можно? Ну, конечно. Отлично. А кто тебя вчера Фафата убил? Я не помню, андед какой-то. Дедот. Ну, я там неудачно подрался. В итоге до тебя не добрался. До меня не добрался? Да. А может, я до тебя не добрался, учитывая то, что ты-то умер быстрее? Ну, ладно. Так, тут заря справа битая. Минус заря. Ангел на очереди. Ой, там этот стоит. Турелька стоит. Ну, турелька это к тебе, ты понимаешь, что когда я говорю турелька, это вопрос к... А, ну все, я вижу. Там уже убили. Убили, все, забей. Занимаем. Там еще один снайпер стоит, кстати, на длине. Блин, еще турелька обычная. Трындец. Я что-то... Ну ладно, точку А берем без проблем. Я убил эту. Кого? Снайпершу. Ничего себе, у нее 50 Ничего хитов там себе! Было. Да? Не, она нормальная была. Нормальная? Да. Фул хп был. Где же она там так отличилась там? Фара сверху. Подходит справа. Подходит бастион. Разложился бастион. Его бы обойти, опять же. Я слышу, ты сдох уже, да? Кто я? Я здесь живой. Ты че, вон смотри. А, все нормально. Тогда точка занимаю. Я уже занимаю. Серию с 5 убийц сделал. Нифига себе. Ты что? Снайпер сверху. Серийный убийца. Сейчас и до него Хорошо. Уберемся. Ой, тут турбосвин. Ничего себе. Да. Вот это да. Слушай, подсаппортит. Я могу тут реально подсаппортить. Ой, тут я прям на пятерых вышел. Помогаю тебе, помогаю. Тихо, нет. О, у меня ульта есть. Я могу ворваться, конечно, попробую. Ну, тебе, в общем-то, с ультой можно в какое угодно количество врагов прорваться, насколько я понимаю. Ну, я ее, правда, ультой себя убиваю обычно. Ну, ешку сразу после ульты и профит. Да, ну там уже танк поехал. Этот ультанул, бастион. Ой, я вижу. Но он сложился и ушел. Все, его отпустил уже. Там, правда, туретка стоит.
Ой-ой-ой-ой. Я сейчас доберусь, попробую ворваться. Блин, какая жесть, а? Блин, он... Ты отдаешься, да, там? Нормально. Ну, говори, как есть, вот. Да. Я уже здесь. Ой, как сразу на душе стало... Спокойней? Спокойней, да. Прям. Я чувствую твои мощные 150 хп за своей спиной. Просто не волнуюсь теперь. Я взять у него 200. Так, ну двигаемся. Где там груз? Че вы пришли там? Где груз-то? А один... его толкать надо, да? Один солдат стоит, пытается его как-то... не в курсе даже, что тут делать с этим грузом. Чем больше народу стоит, тем быстрее он едет. А что ты тогда убежал? Ну, я саппорт, ты что, я должен танковать. Ты за кого играешь? Не знаю, тут какой-то чувак, он зеленой хренью стреляет. А, этот, который с колонками, да? Да, он по стенкам бегает. Там снайпер работает. Там да, там да. Ультану, 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 пацаны! Я покажу, как надо. Ой, сейчас меня убьют. Нет, 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 Дэвид Блэй, не надо! Музыку погромче. Изи. Чувствуешь, как саппорчил? Ты заценил? Не знаю, я не здесь был. Как не здесь? Меня убил снайпер, я только вернулся. А, понятно. Блин, снайпер действительно там мочит. Ой, там его притянули, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, фара ультует. Там бастион еще. Слушай, давай я тебе предлагаю тимплей сделать. Ты только за трейсерку хорошо играешь, да? Ну, в смысле, не, играешь. Я пока ни за кого не хорошо не играю. Ну, ты за кого играл, в принципе? За всех почти. Ничего себе. Ну, это уже уровень. Короче, если ты за трейсерку продолжишь, то я могу просто взять персонального саппорта по трейсерку. И все. Я не знаю, смотри сам. Что тут происходит? Мясо, мясо. Снайпера снял, туретка, две туретки стоит. Ё-моё, сейчас отдадимся здесь, дружненько. Я к бастиону зашел! Давай, давай! Прорывайся, прорывайся. Да-да-да, я как саппорт сейчас прорвусь. Не, вообще тут неплохо подрались, на самом деле, потому что не, две турельки... я бастиону взорвал ультой. Это ты молодец. Осталось совсем немножко. Попер похвалил, пацаны. А где тут? Я эту карту, прикинь, ни разу не играл, по-моему, сегодня. Нычек я тут не знаю. Тут вообще пацаны молодцы, особенно товарищ с хуками. Бастиона надо забрать. Бастион... А, все, минус, забей. Сейчас ульта будет и ворвемся. Ультую. ГГшечка. Все, что ли? Ну, да, я знаю. Как позвал фотку сразу. Да-да-да. Я смотри, я еще буду лучшим в этом да матче. Конечно, ты всегда будешь лучшим. Лучший игрок. Блин, ну тут система не всегда адекватно определяет, на самом деле, не расстраивайся. Не, ну я сегодня фарой ультанул, четырех забрал, и мне сразу, естественно, лучшего дали. Ну, тут парень тоже зашел. Вот это да. Чувствуется уровень, да? Конечно, конечно. Тут все я тебя лайкну. Ой, ну может, все-таки без таких вот... Да, Мика пишет: Миша, смайлы с микрофоном и подорожником. Это просто мув года. Ну это Савелий молодец, он замечательный иллюстратор. Там не только эти смайлы, там же еще штук 7, наверное, было добавлено. Самых разнообразных. Короче, смотри, я могу под твою трейсерку взять... Да нет, я сейчас другого кого-нибудь возьму. Кого возьмешь? Ну думаю, Макри может взять, попробовать. Тоже могу персонального саппорта под него взять. Ты хочешь тимплей, да, сразу? Ну да, чтобы как бы ты не просто говорил, что кого-то убиваешь, чтобы ты показывал. Не то, чтобы тебе доверия нет, но пользоваться можно показывать. Ну давай, я Макри беру. Окей, Дзиньята тогда. Короче, на тебе будет постоянный баф по... Блин, вас двое уже. Да сейчас он поменяет. Да, меняет.
Короче, смотри. Я авторитетом просто задавил его. Я кидаю на тебя постоянную хилку, будет реген. И на ту цель, которую ты атакуешь, кидаю дебаф. То есть он будет получать серьезно больше урона от тебя. Ну и от меня, соответственно, тоже. Да, я сегодня за Зенету одну катку сыграл. Мы, кстати, выиграли. Вот, у нее еще ульта прикольная, врывается. Да, да, ульта очень хорошая. Ну, ульта, на самом деле, у Люси она пополезнее, потому что Дзиньята дает реген, чуть более длительный, но реген. А тот товарищ, он просто фигак и 700 там, или 600 хп всем добавляет. То есть он просто спасает от большинства страшных ауешных ультимейтов. Это за которого ты сейчас играл? Да, да. То есть Дзиньята ультанет, он себе жизнь спасет, но... Если, например, там какая-нибудь трейсерка в кучу после стяжки или фара ультует, то люди не выживут просто, не спасет их реген. Вот, к сожалению. На тебе хилочку. Мы прямо здесь стоим, принимаем? Смотри, мы с тобой, в принципе, автономны, можно сказать, от основной группы. Можем с тобой заходить в тылы, но это позже. Позже. Не, ну они сейчас отсюда полезут. Они полезут отсюда. Я предлагаю тебе чуть подальше встать, потому что ты мокри, тебе нужна дистанция нормальная. Вот, а когда мы сдадим первую точку, ну, потому что мы ее, скорее всего, сдадим, будем с тобой ходить вообще по коридорам, по комнатам и выискивать легкие мишени. На респе ловить, в общем, как-то так. Там фара сразу улетела. Блин, ты извини, я этого подлечу. Пожалуйста, у меня 200 хп. Что там поверх вроде это? Поверху, да, вроде там заря была или еще кто-то. Нет, там Макрей вроде. Блин, да где вообще все? Фара справа. Там туретку ставят сверху, кажется, но фара ее снимет. Так, я этого товарища прикрою немножко. Ты уже зашел, что ли? Да-да-да, там, ну, сверху. Воу! Боль, какая боль. Они там нормально разложились. Ну, им-то надо двигаться вперед. Как бы, ну, пофиг, да, что они там разложились. Зачем вот мы лезем, это вопрос. Это а реально... я так, из-за угла стреляю. Да, но ты-то можешь. Просто турбосвин зачем-то лезет вперед. Вот это вот не совсем понятно. Ну, может, крюком подтянь-ка. Наверное. Ой-ой-ой. Вижу, кидаю тебя. Ты помнишь, что здесь есть аптечка? Да, я вот ее уже брал, по-моему. Ой, все. Пультанул это, да? Этот, да, ультанул. Быстро он ульту набрал. У меня тоже вроде есть уже, но... Пара справа наверху. Слева там зашел тоже. Трейсер, да, там сзади, за тобой много, за тобой много народу. Там двое их там. Одного снял. Так, это ультует. Давай я ультану здесь. А то пацаны страдают. Блин, я тут трейсер пытаюсь. А, сзади. Уже нет. Ушла. Там они сзади нас обошлись. Да, вижу. Это плохо, меня сейчас тоже убьют. Ну, отдача точки А на этой карте, она как бы практически плановая. То есть ее сложновато защищать. Там много проходов сзади постоянно. Да, да. Ну, у нас там танк едет. А у них обезьянка большая. Да что? Обезьяна, ты чё? Да, она дикая просто. Вообще так. Ну вот и все. Слушай, они прям дико лезут-то. Да, да. У меня ульта есть сейчас, уже буду ультить, наверное. Фара. Ой, там будет. Фара. Но фара никого не убила. Это хорошо, да. Блин, хпшечки нету. Сейчас я подожду хпшечку и ультану, наверное, сюда. Да! Могу ультануть. Поздновато. Но я не видел даже, на самом деле, где ты. Я видел, что на тебе моя хп висела, в общем-то. Да там прям настреливает фара очень. Огонь по готовности. Ой, все. Ой, сейчас мы нас тут заберут. А, тупик! Кто бы знал. А теперь не надо груз, да, чтобы они провезли? Ну, как бы да, в этом и смысл защиты. Нормально, забрали горилла.
Там Симметра расставляет палевно очень свои ловушки. Трейсер сзади. Да, вижу, вижу. Ну, хрен ее догонишь. Тихо-тихо, фара сверху не заметил. Да тут сверху, там трейсер ульту потратила. Не попало. Так, если ты там видишь, мне хилку кинешь. Или ты уже умер? Я умер от фарки сверху. Да что? Да, тяжело здесь. На самом деле защищаться здесь проще значительно. Что-то пока незаметно. Или ты вообще про игру? Не-не-не, вот именно про эту карту. Ё-моё, как же она там мочит, а? Опять фара ультует, опять мимо, но... Я ультанул, одного забрал. Капец. Хоть так. Еще да. Одного забрал. Блин. Ладно, есть ультимейт. Но они быстро двигаются у нас. Да, уже пункт назначения, а у нас полная чушь. Блин, солдат, у него хп очень много. Нет у него хп вообще. Ну как, 200 плюс щит какой-то у него там все. Ну это Симметра, молодец. Ну а где все-то, ёшки-матрёшки? Ну а ясно. У нас жнец стоит просто тут. Понятно. ОФК, походу. Dream Team. Ну и забей это, короче, ГГ. Ну что за люди, а? Что-то не пошло. Что за люди? Фара, кстати, очень часто это лучший игрок. Из ульты, наверное. Нет, на этот раз она просто постреляет, точно, смотри. Вы у меня в прицеле. Эх. Лечил я, лечил. Дебафал. Угу. Но толку нет. Именно поэтому я чаще в таких ситуациях предпочитаю какие-нибудь более эффективных героев, типа красавчика или танка какого-то. То есть его... Танка. Ну, я думал, сейчас пойдет синергия, понимаешь, что ты сейчас начнешь убивать просто, не будет никто умирать. Но участь саппортов такова, что... Нет, это не та игра про саппортов. Но как тебе впечатление по игре? Я знаю, что этот вопрос тебе 100 раз уже спрашивали, задавали. На самом деле нет. Да не, веселенькая игра, но мне кажется, она быстро надоест. Разнообразия мало. То есть герои сами разнообразны, но сам матч один и тот же, по сути. Угу. Защитить или там... Угу. Я жнеца возьму. Наверное. А какие бы ты режимы еще хотел бы увидеть? Флаги какие-нибудь перетаскивать, возможно. Но тут, правда, наверное, не получится так, потому что если сразу убьют, хотя... Почему? Ну, опыт КТФ, он как бы там много наработок. Убили, подхватил флаг, побежал дальше. Ну, правда, смотри, если трейсер возьмет флаг, она вообще сразу улетит. То есть надо как-то тогда, чтобы она способность не могла юзать, возможно. Да, можно уменьшать скорость перемещения, например, или ограничивать какие-то телепортационные способности. Ну, пока скучненько по мапам. То есть одно и то же, по сути. А, еще, например, Симметра поставит ТП. Ты да, заходишь... и сразу на базу. Да. И все. Правда, ты с базы только можешь уходить. Точно. А на базу обратно телепорт не юзается. Вот. Так, я еще раз зазарю, отыграю, потом чатик... Предлагайте каких-нибудь героев. Поиграем за них. Ну, после этой каточки. Так, я понимаю, нам вот здесь надо в воротах стоять. Ну, тебе вообще желательно, конечно, на средне-ближней дистанции сражаться, но ты человек, который не танкует. Который убивает и хиляется. Вот тебя там снимут очень быстро. Ну ладно, удачи. Ну ладно, вот только занял позицию. Вот куда вы побежали? Ну, ёшки-матрё, ну короче, вот что за люди? Любят... Что, там уже отдались? Да.
Вопрос времени, когда отдача произойдет, понимаешь? Вопрос времени. И я как танк не могу просто игнорировать ваши инсинуации, блин. И сам обрекаю себя на мучительную... Я там почти горилу снял. Да, я видел. Она прибегала, жаловалась. Горилла дура. Она что-то вообще неадекватная какая-то. Захилка не забегает. Там жнец какой-то стрёмный сверху стреляет. А куда-то непонятно телепортнулся. Блин, видишь, что ли, там снайпер работает? Да, там вдова работает. Да, вижу. С этим, с ангелом наверху справа. Хэт мне сделала. Это неприятно. Ой, захват точки уже идет. Ну вот, дожили. Ну, зато тут нету статистики матча. То есть ты не знаешь, сколько ты каток съел. Блин. Вот я Вася. Давай еще разок. Ну вот сейчас отдаем точку А, потому что тусовались рядом с вражеским респом. Нам полчаса бежать до этой точки А, а они ресаются сразу же. Я уже 100 раз на стриме об этом говорил, но почему-то люди, которые играют еще, ну вот, в игру, они то ли Аркадий, то ли им нравится отдавать точки, они... Половина из них на этой карте стабильно идут на респ, и там сражаются. Чемпионы, блин. Ой, тут уже... Да-да-да. Уже на Б тут нужно. Жнец справа. Спереди. Там не только жнец, там еще кто-то был. Там ангел, кажется, подпитывает еще. А, снайпер там еще, кажись. Ой, и все. Я разогрет полностью, но хпшечки маловато. Да маловато. Нет, там еще этот щит поставил, макака. И ультанул этот. Ну, так и сливаются игры, на самом деле. Не смогли нормально... О, резуректик православный! Ну и ГГ. Короче, это быстрая катка. Такой... Я в шоке просто. Я просто в шоке. Пришли, отдались на А. Кто-то там посередине, когда... Да, сейчас ульту покажут. Какое ГГ? Что за ГГ? Вы у меня в прицеле. Ё-моё, какая боль, а? Ну как так? И главное, еще в самом начале, когда пошла вот эта вот хрень с точкой А, когда три человека туда пошло, я сразу понял, что все это конец. Что первую точку... Ну так я и говорил, надо в воротах этих стоять, да? Да, конечно, конечно. Они что-то поломились. Превосходно. Тебе предлагают за пуджа или жнеца. Пудж или жнец. Пудж, кстати, прикольный. Ну, тоже. Не особо работает. Да, Древока, я читал замечание, сделал акцент товарищ, которым этим занимается, примем решение, менять его или не менять. Погрумповал я тоже с вами там в теме, но так, не постил ничего, просто тоже погрустил. Погрустил. Так, пацаны, еще разок зазарю. Вы уж простите, но прошлая игра не считается. Я согласен. Я возьму, пожалуй, этого снайпера. Мне просто лучники близки по Варкрафту. Что? Не, из-за него нормально играл, кстати. Я хеды давал. Хеды. Это отлично. Ну окей. Ну он просто на оборону, понимаешь, да? Он, то есть, забирается на стенки, выцеливает, делает разведку в зоне. Мы атакуем сейчас. Блин, ну давай сменю. Не, ну как хочешь, как душа твоя лежит. Да не, почему, с ним тоже нормально. Нормально, да? Ну если что, поменяю в процессе, то если есть, будем проигрывать. Тебе нужна разведка точечная при атаке. То есть ты не знаешь, где противник сидит и точку защищает. Ну понятно. Окей. Блин, ну, что вы ломаете-то? Я тут в игру играл. Все, круши, ломай. О, тут Fighters 2 остался. Керриган против... Я не знаю, что это за красный чувак. Геналоид спрашивает, Хорош. Связка Заря плюс Свин не очень? Очень.
Как раз вот Райнхард плюс Заря — хреновая связка, а вот Винстон Заря и Турбосвин Заря — это клевая связка, потому что даже Турбосвин лучше, потому что он очень любит танковать, у него огромное количество хп, и даже если щит спадает, у него есть ешечка, и он может восстановить себе неплохо хп. Поэтому связка Турбосвин Заря очень классная. То есть Турбос... мне надо было Турбосвина брать. Да забей. Не парься. Получаем удовольствие. Да, от сливов. Вот уже я все. Заметь, первую катку мы выиграли. Так, ну эти Валерии тоже стоят на входе. Так что надо сейчас будет, убив их, рошануть точку. Надо только аккуратненько подходить, сбивать их сверху. Мы там два лучника перестреливаемся. Вот это, конечно, увлекательно очень. Ой, он меня снял, блин. Что ж ты лезешь-то сюда, а? Скажи мне, друг. Ох уж эти лучники. А ульта уже? Уже? А как это он настрелял так? Ну, вот на тебе настрелял. Да он мне один раз попал, и все. Ну убил же. Что ты, Миша? Ой, это тут на самом деле серьезно. Там, во-первых, турель стоит еще. Да, все не так хорошо. Не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребят, аккуратней. Хорошо стоят, хорошо, гады. Блин, ангела бы убрать. Ульта почти готова. Разогрев базовый есть. Я готов ультовать, я разогрет полностью. Врываться? Катился. Я думаю, да. Я покажу тоже. Турелька минус. Гном минус. Давайте, захватывайте. Молодцы. Сейчас главное не отдаться. Да, сейчас не отдадимся у нас. Они медленно подходить будут. Вон и... Все нормально, не кипишуй. Ой, да ладно. За мелкий какой-то. Красавчик это. Да, я не увидел ульту. Ханзо, точнее, не услышал ульту. Тебя драконы сбили? Да. Я даже не, реально ее не слышал, даже на повторе не слышал. Вот это подстава. На повторе я слышал. А то и кокура. Да, подходим. Там красавчик поймал, да, кого-то в капкан? Ну, не меня. Так, красавчик катится. Да ежешь! Зашли. Обезьян пришел. Застанил. А как это он сразу упрыгнул? Это имба. Ты видел, на нем стан был? Там на полсекунды стан. Чё ты так? Чисто микро такой, да? Да-да-да. Ульту сбить, если чё. Ну, скорее на перекат просто. Объект А захвачен. Атакуйте объект Б. Говорят, надо Б захватывать. Я за тобой прямо. Блин, я не достаю за этим товарищем. Он явно меня куда-то ведет. Турельки, что ли? Блин, а стан не сработал что-то. Ой, я на тебя ешку не кинул, прости, пожалуйста. Вот это да. Это косяк, я согласен. Там турелька делается. А если он щитом закрывается, то стан не работает, соответственно. Или ты не в курсе? Не в курсе, я вообще не... Ой-ой-ой, обезьяна, бешеная, бешеная обезьяна! Ой-ой-ой, ой, все. Ой-ой-ой-ой-ой, карамба. На щит. А, это не ты. Сейчас обезьяну убьем. Убили. Ой, 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 закидывают туда. Ой, закидывают. Там красавчик сверху. Сверху, да, вижу. Слева сверху. Так, я пойду обойду, наверное. Давай. Тем более на туретку выходить как-то вообще не камильфо. Туретка стоит справа, так что мы ее полностью можем обойти.
Так-то лучше. Добро. Кошки, а тут. Вот-вот зря ты сошел. Пошел на капкан. Ты думаешь, что я оттуда убежал? Красавчик, ты неплохо настреливает на самом деле. Да, да, да. Там, кстати, есть ульта у солдата, он скоро ультанет уже. Нашел. Там хорошо, когда показывает это ульту. А, и у врагов тоже показывает. Да. Готова она или нет? Халява. Мобхак. Че, надо как-то заходить уже. Блин. Я соглашусь. О, кто-то уже объект, на трейсерка. Да чтоб... Слушай, они прям там отстреливаются с обоих сторон. Обезьяна какая-то неадекватная, если честно. Блин. У меня ульта есть, я там зайду. Я за макрик, кстати, играю. Ой, все, опять ульта полетела. Ой-ой-ой-ой, пронесло-то как. Нет, не пронесло. Нет! Там красавчик еще ультанул меня. Так, Хошк, надо собраться, понимаешь? Да я пытаюсь, меня не пускают. Я пойду по низу, наверное. Я никогда не дам. Поверху вообще никак не пройти. Там они встали и все. Гориллу забрали. У нас у всех ульта есть, кроме фарки. Да, надо как-то зайти и ультануть нормально. Согласен. Я подожду, готов. Пожалуй, пацанов. Что, заходим, да? Не-не-не, я просто разогреваюсь, это же заряд. Она может так. Опять обезьяна бешеная. Горилла, горилла, веди ее ко мне. Нет, 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 не хочу умирать. Тихо. Убили горелу, убили, убили. Да, ну там. Вот сейчас еще... надо заходить. Я полный разогрев. Кидаю ульту. Двоих стянул. Убиваю одного. Убиваю второго. Прохожу к третьей саппорте. Убиваю третью. Вижу турельку. Умираю на турельке. Доежишь. Все по плану, собака. Не, на самом деле хорошо сейчас зашел. Я не знаю, где вы там. А, вижу черепки. Все, все нормально. Вопросов нет. Вопросов нет, пацаны. Блин, я реально хорошо там все сделал. Добил гориллу, убил двоих под ультой, убил саппорта. Но где тимата, ё-моё? Где она? Они уже все, понимаете? Они уже все, они готовы. Там красавчик еще ультует. Блин, они там окопались. Ханзу нас стреляет. Там под ультой, кажется, гном. А какой гном? Который этот? Турельк ставит? Турельк ставит, да. А чё у него за ульта? Ну, он начинает просто очень больно, очень... Да как, сколько тебя... Блин. Ты опять нагорел нарвался? Да, она опять ультует. Но в горилле, с гориллой в ограниченном пространстве, конечно, тяжело. Ой, ну как так-то, ну как? Хошк, ну как так? Скажи мне, пожалуйста, почему мы не это самое? Тихо-тихо, не пали меня. Все, я убежал. Это не та тактика, которая нас спасет, понимаешь? У меня было 7 хп. Меньше минуты, я сейчас попробую разогреться, конечно. Но это печаль, конечно, печаль. Наив тащит, пацаны. Все плохо.
Понятно. Слушай, раз 5 уже он ультанул за игру. Я готов врываться, если что. Давай, я тоже врываюсь. Не, я не врываюсь. Хилочка, хилочка. Иду, иду, иду. Блин, так и не ультанул я. Ну, Хавки, я не знаю, что тебе сказать. То есть я не тащу, да? Да, к тебе претензий практически нет. Я не видел, как ты сейчас сыграл. Но видишь, как я сыграл. Красава. Ну-ка, что ты там сделал? Прическа новая. Да, вот я про него и говорил. Минус 2. Смотри, заходим, заходим, заходим. Добиваем. Сейчас ангела еще убьем. И сейчас на туретке по плану отдамся, смотри. Ай, не покажет. Но там все было по плану, понимаешь, все. Ну, на самом деле, там проблем, меня убили, потому что у меня ульта еще была. Это горилла меня, кажется, закидала, или фара. Ну, что, сейчас, сейчас уже пойдет. Вот сейчас, да, говоришь? Да-да. Окей, будем ждать. Некого плюсовать даже, понимаешь? Два плюса. Ты видел новые смайлики? Нет, я как-то привык пеку ставить. Там и пеки новые вроде как. Новые пеки? Сейчас посмотрю. Это я не уверен. Да нет, нет новых пек. Вы прибываете, да. Так, пацаны в чатике, кого взять, как вы думаете, кого вы хотите увидеть? Я понимаю, что Заря жжет. Кого-то на атаку нужно взять. У нас уже два Макри, это беда. Один одумался сразу же. Так я Макри просто прошлый был. Это же где карта, где опять надо тащить что-то. Да. Здесь фара, в принципе, нормально. Турбосвина беру. Пуджа там захотели. Давай, бери, все, красава. А ты фары. Фара здесь тоже заходит великолепно на этой карте. Вот я здесь ей квадрокилл сделал. Я потом вырежу запись, тебе пришлю ссылку. А, окей, хорошо. Только обязательно, обязательно пришли. Конечно. Так, значит, у турбосвина, кто в танке пробыл последнюю там неделю, есть хук, как у Пуджа. У него колоссальный запас хп, 600. Это самый большой запас хп в игре, в принципе, кроме, ну, щита Райнхарта, но там другая совсем механика. У него самая мощная хилка на Ешечку. Ну, в общем-то, он может так и цеплять пацанов. Кто по колокольням стреляет? Все. Турбосвин на этой карте действительно весьма неплох, потому что когда вы идете сопровождаете груз, у вас поблизости, там и в соседнем здании, и на втором этаже этих зданий масса целей, там на балкончиках, и до всех практически можно от вашей точки доставать. То есть если будете хорошо цеплять, а у меня сейчас не будет получаться хорошо цеплять, это и ежу понятно, то вы будете просто чемпионом. Нет, ты давай нацепливай там, пацаны. Там сразу на нас идут. Кто идет на... Мы идем на них. Нет, Рейнхард. Как вот там? Который танк. Он не идет, он просто стреляет. Там снайпер еще. Так, надо не забывать хуком простреливать. Иди сюда. Там сзади этот. Вижу, жнец. Нашел. Нет, где-то рядом. Иди сюда, get over here. Работаем, пацаны, работаем. Альтернативная атака более-менее дальнобойная. Все время нужно стрелять ей, если вы не находитесь вообще непосредственно перед противником. Поэтому... Ой, у меня уже ульта. Уже? Уже. А, ну, у него быстро накапливается. Из-за того, что у него хп много, он тут ковать может. Добро! Бобро! Ах, тут ты смотри, еще ультанул, что ли? Там этот. Ну да, Люси. А кто сзади-то? Ёшки-матрёшки, я не да вижу. Да он ничего. Уже убили вроде. Райнхард слева. Да, иди стрел. Сюда. Настреливаю. Он пошел в лобовую. Молодец. Ну бас. Там жнец наверху прямо.
Ай! Красавчик, заканчивай, заканчивай. Кто так, что заканчивает? А ты за кого у нас? За Фару, да? Да, я за Фару. За Фару это ты правильно сделал. Блин. У меня скоро ульта. У меня уже ульта. Нормально идем. Да вообще идем с суперским. Ой, там рез пошел. Да, да. Ой, сейчас красавчик ультует. Он не наш. А, вон, где, где, где? Вон, вон, вон. Еее, я отбил его. А, прикольно. Хорошо сейчас играю, кстати. Пацаны заценят. Я так ах, за него редко играю. Ой, сейчас нас правда убьют. Ну там солдат ультанул нормально. Семь убийств. В серии 7 убийств было. И все это коту под хвост. Хотел десяточку набрать. Ну я хотел вообще не умирать. А. Кому охота-то, да? Тяжело. Так, у меня есть ульта. Надо... Я вас дождусь. Где вы там? Я подхожу потихонечку. Фара сверху. Там, да. Ну, там и красавчик еще. Слушай, надо как-то зайти. Тож. Там сверху еще фара бьет. Да, блин, она там дропнулась, так сказать. Красавчик слева. Ай, не доультил. Но хорошо было. Урона на нормальный. И смятение в ряды врагов. Турбосвинцы. Ну, я ультанул, свинцы. Одного забрал. Ясно. Двигаемся дальше. Всем в чатике большой привет. Сегодня комбинированная трансляция. Overwatch. В паузе попробуем в StarCraft 2 сыграть. И потом будет традиционное ФФ. Ага. Блин, вот что он от меня хочет, а? И ульту сделал, и все просто вкинул. Все вкинул. И умер все равно. Под ангелом. Вот неудачник, а какой. Турбосвин, герой, конечно, классный. Ой, я убил, пока она ультовала. А кто ультовал? Ангел ультовал, воскрешение, я ее убил, видимо, сбил. Да, это хорошая тема очень. У меня разок тоже так получилось. Да блин, там красавчик настреливает. Так, надо хилку где-то взять. А то у меня 30 хп. У нас продвижение остановилось. Да. Но они что-то прям так оборону заняли. Там фара на балконе настреливает. Пытаюсь. Я вижу, я хотел ее выцепить как-то. Я пытаюсь с ней перестреливаться. Блин, она меня ультанула. Но я там хорошо убил одного, убил второго, убил танка, ультанул, подэмэджил, но фара меня ультой забрала. Все равно хорошо получилось. Пацаны должны были заценить. Миш, будешь стримить компанию StarCraft 2 и Fallout 4? Fallout 4, наверное, в первую даже очередь, чем StarCraft, потому что хочется. Так, ну что у вас здесь? Кто в прицеле? Ой, я понял. Так, забрал ангела, походу, я. У меня ульта есть сейчас, я, может, ворвусь. О, сейчас ультой ворвусь! Блин, давай, 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 давай! Врывайся, Фошк, врывайся. Да я уже ворвался. Блин, там фара сверху. Фара сверху. Я тут вообще никакой. Они, короче, там втроем стояли, я ульту нажимаю, и они раскидались в разные стороны. То ли это отбросили их чем-то. Возможно, турбосвин их отбросил. В смысле, а чем я их... Да нет, он отбрасывает ультой только, ульты у меня не было, к сожалению. Ну ладно. Отбросить могла наша фара, например, Ешкой. Нет. Это я же за фару играю. Нет, там вторая фара есть. У нас вторая? Да, да, да. Ну, посмотри. Ну, просто, короче, они прям так четненько стояли и... Не получилось. Нам еще одну точку надо? Ну, конечно, последнюю. Блин, хилочка. Плохо всем. Я зря там туда залез. Колесо едет. Убивай его. Ты можешь. Ты взлететь от него в конце концов можешь. Да не, оно там где-то проехало. Я даже не заметил.
3 минуты осталось. Последняя точка. Ну это нормально? Да, хорошо. Опять этот ультует, гад. Блин, там капкан поставил. Ну да, красавчик он такой. Я там на вдову вышел хорошенько, но в капкане стоял, она там... меня просто расстреляла. Там снайпер где-то работает. А, справа от входа снайпер. Ну да, справа. Нужно справа. Доставить этот груз. Я ее почти снял. У нас все шансы, нам сказали. Mm-hmm. Ну вон, справа снайпер все еще жив. А там ультанул кое-как. Очень-очень стрёмно ультанул, на самом деле. Мажу хуком. Сказали, что снайпер обнаружен. Ой, там Макрей сверху наш ультует. Ой, опять 25. А, это фара. Но она ни в кого не попала, похоже. Солдат ультует сзади, похоже. Да, вижу солдата сзади. Мужики, хватит ультовать. Ну он очень неудачно ультанул. Да блин! Ой, ульта хорошо. Нет, не наш колесо. Да-да-да. Меня не убило. Повезло. Блин, там снайпер работает. Аккуратнее, аккуратнее. А, да, подрезала на меня. Ой, аккуратнее, я тут должен аккуратнее быть. Обнаружена турель. Их слишком много, но мы уже почти приехали. Минута 30, почти на точке, надо сейчас собраться. У меня 4% до ульты, так что, может, сейчас ворвусь. А, у меня ульта готова тоже, отлично. Главное, не лезь сейчас, вот пусть... Ну, хотя, очень аккуратно, короче, иди, очень аккуратно. Потому что там пацаны, они, я вижу, уже отдаются. Один минус, второй минус. Вас там трое находится. Третий минус, ты остался один, фактически. Ну вот, короче, как обычно, танк пришел... Танк пришел, а все умерли. Ну да, да, да. А че вы лезете-то вообще? Настреливает. Так я вообще не лез, я просто подошел. Осталось одна минута. Вот надо сейчас синхронно. Guys, all together, all together. А как чатик этот включить? Тильду, тильду. Говоришь и все. Не, я им уже говорил, они меня не слышали. Let's go, 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 go! Блин. That's all. Я плохо ультанул. Надо было, там... конечно, раскидать. Никого вокруг нет. Там, короче, вдова двоих забрала хедами. Просто забрала. 26 секунд. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Я жирный, что пипец, я не добегу. 16 секунд. Ну ёшки-матрёшки, ну как давай, так? Давай, ну... сейчас дополнительное время есть. У меня ульта. Так. У нее тоже она... ульта. Она-то сверху была, а я заходил. Это косяк, это косяк. Ливень возмездия. Ну, было близко. Да я опять всех тут убивал. Там, говорят, эти хуки один из 10. Сейчас посмотрим статистику. Лучший игрок. Я предлагаю тогда забанить этого человека, если... Ну, если он не прав, то, конечно. Я уже вижу его никнейм. No time to wait. Если 10%, то... А вот, кстати, этот решающий ульт. Сейчас по фыве на пару дней. Я уже готов, занес дамоклов меч. Что там по хукам? Лучший игрок 90% матча в огне. В огне. В огне. Горел. Как в начале прорывались? Какие хуки были в начале? Сейчас мы посмотрим, сколько хуков попало. Какой процент? Меткость 44, попадание крюка, забанить на 2 дня провокатора Нубаса, считать не умеет, наговаривает, провоцирует, на-ка. 44 всего меткость. Всего лишь на 2 дня. Да я знаю, что слабенько. Причем я действительно в конце там мазал, но в конце концов, ну 10 это не 44, правильно? Согласен. Вот столько экспертов, ключей нет, не играли, но и все эксперты, капец. Давайте еще разок. Штампанем. Так, мы сейчас... Во, оборона, я возьму вдову. Я бы за красавчика сыграл, но хочу еще раз за турбосвинок отнять. Сейчас я покажу, как хеды надо раздавать. Я сегодня зашел в игру, там она
полминуты шла, и у меня было 100%, по-моему, попаданий, потому что я один выстрел сделал. Но главное, проценты 100. Так, это та же карта получилась? Да, только с другой стороны. Эй, я чуть не убил чувака, но... Уже, знаешь, хук кинул, стреляю, и тут дисконнект. Такой облом. Аспирант, нет, я еще за гнома не играл. Я боюсь за него играть, на самом деле. Почему? Нам не нужно видос записать, как играть за гнома. А я вообще за гнома не умею играть. То есть ты уже гайды делаешь по игре? Ну, я обзорчики коротенькие за каждого героя записал. Ну, я думаю, что будет вторая волна за каждого из героев, потому что там уровень, конечно, очень базовый. Ну, очень. Всем привет, пишет Ксор. А ты разве не знаешь, что лучшие игроки на футбольном матче сидят обычно на трибунах? Ну, конечно, конечно. Страна экспертов. Обычно они дома на диване сидят. Да, с пивасиком. В тельнике. И они говорят, ну кто так играет? Ну кто? Да я. За такие деньги. Ну что, хорошо, у нас тьма весьма неплохая, есть красавчик, есть вдова, есть туретка, уже неплохо. Интересно, где мне позицию занять? А ты из кто? Ты вдова. Вдова? Ну, здесь дефолтная, вот здесь вот, конечно, вот здесь вот есть дефолтная, потому что там аптечка. Вот здесь вот аптечка. Сейчас у меня крюк регенится. Ты знаешь, да, вот туда вот в угол идешь, и там аптечка большая. Где? А, вон, нашел, все. Ну, значит, тут стою. Ну, все, да. Я прицел взял. Сейчас сразу первый уходит, хэд даю. А, там с этим, с броней. Меня настораживает, что обезьянка немножко наша скромно себя ведет. Там фара сразу к нам залетает сзади. Оп! Оп! Снял фару, красавчик. Там вторая фара справа. Заходит. Но она твоя. Хотя, не может, и не твоя. Тяжело с ней будет в ближнем бою. Сейчас я ее попробую забрать. Где она там? Не надо, не надо, друг, не надо. Прекращай. Еще одну фару снял. Хорош, красавчик. Просто вообще красавчик. Нормально. Вообще давай. Мочи всех. Держим их тут, они не заберут нашу телегу. Ну, слушай, 20 секунд прошло, а мы еще не умерли. Это хорошо. Еще одну снял. Давай, жги дальше. Блин, хилку не прожать во время ульты, это беда. У меня уже, кстати, ульта есть, могу заюзать, в принципе. Смотри, смотри за ними. Сложно. Дракон пошел. Куда? Тут... Куда пошел? По центру где-то. Ну, я на респе, мне хорошо, если это вражеский дракон. Игнат, Саша, пиши на саппорт. С подробностями о том, какая у тебя модель Smart TV. Ну, вообще, мы не работали со Smart TV. Ой, вообще сейчас фару принял, как царь просто. Блин, у меня тут другая фара обошла и все-таки забрила. Сверху, да, она? Ну, вот на моей позиции она была. Ну, там кто-то у вас... Ну, они две фары там залетают по КД. Там ультует этот... Макри вражеский, причем ультует. Да, две фары, это беда, я вижу их. Но мне до них вообще никак не достать, понимаешь? Тихо, тихо, не надо, не надо, давай не будем. Хилочка, хилочка, хилочка. А, хорошо-то как. Ты опять за турбо спину? Да. Хорошо, что заметил, мне приятно. Так, я так понял, чужая фара там утонула.
Ну, бас. Вообще жгу. Ты бы видел. О, нет, 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 нет. Нет, нет, там Ханзо просто стреляет, капец. Такая боль. Так, ульта есть. 1,5 минуты осталось. Если не пустим на эту точку, будет профит вообще. Будет отлично. А если пустим, то у них дополнительный рейм будет, да? Ой, не перебил ульту. Ой, ой, там хорошо Люся ультанул. Прям, прям очень хорошо. Ой, ой, дракошка. Меня чуть не попал. Блин, плохо. Какой молот пошел? Успокойся. Молот у него пошел куда-то. Осталась 1 минута. Иди сюда. Ай, ты. Да прекращайте ультовать-то в меня, ребят. Я ну... ее снял. Я снял. Ты успел выжить? Да. Не надо, не надо тут врезаться. Иди сюда лучше, отлично. Я тебе помог. Спасибо тебе, я застрял тут, кажись. Там Ханзо справа. Блин, ну, я бас. Упал. Крюк. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Вроде нормально. Никого не убил. Да, никого не убил. Пара сверху стреляет. Вообще жгу. Серия из 10 убийств. Держимся, держимся до конца, до конца! До конца, да, да. Очень хорошо сыграл сейчас. Не скромно, но хорошо. Я сыграл хорошо. Да. Сейчас тебе кто-то дадут, наверное. Нет, это с ультой, дракон. Вообще? Какой тут, блин, Ханза? Он на тебя настрелял, кстати. Подлец. Ничего себе, он там хэт раздал. Неплохо. Интересно, какая статистика по хукам. О, меня заплюсовали, я тоже плюсану. 8. Давай еще один! Legendary, ну! Ну! Я тебе дал один. Кто-то там зажал плюсик. Паразиты, а? 56% меткость крюка. 56. Дропов нет, пацаны. Это... Увы. Ну ладно, неплохо. Давайте следующего тогда героя. Турбосвин, я надеюсь, вас устроил. Давай, я, наверное, последнюю каточку с тобой пойду тоже. Ну, может, ты хочешь какого-то героя тоже, может, в тиме там что-нибудь? Ну, предлагаю тебе, виднее, какие тут в тиме. Оборона, Гибралтар. Да, черт его знает. Ну, тогда я возьму солдата. К обороне. Пожалуй. Хорошо. Так, так, так. Ладно, я тогда турелькой поиграю. Надо же когда-то учиться за этого Табьорна играть. На дефенс хорошо зайдет. А что сегодня кооп? Можно с вами, говорит Фаркин. Фаркин, после того, как Хавк сейчас эту игру отыграет, можем, в общем-то, в тиму. Ну, именно в игру. Так, надо поставить туретку повыше. Понять, в общем-то, где ее ставить, чтобы она была незаметна, но опасна. Отлично, поставил. Это за дворфа, да? Да. А здесь хорошее место же есть наверху. Ну, оно слишком палевное. Ну, нормально держит первые пару минут. 30 секунд, дата. Не нравится оно мне. Знаешь, не нравится. Лучше я поставлю. Нет, там еще палевней. Спасибо. Ладно, хорошо, поставим тогда здесь. У меня на тебя большой.
Ой, я не успею ее до второго лайола грейдануть. Давай, маши молотом быстрее, дед. Готово. О, нормально. Вот я и отыграл за гнома. Че, уже все? Хедшот, один выстрел. Ац, вдавай. Просто выцелила и в голову. И турель тоже отыграла. Вот это поворот. Господи, дуэль солдат на солдат, это гениально. Стоим, хилимся под этими. А, вот зато Бьорн опасно играть, у него попадание в бороду имеет как голова, короче. Прикинь. Его моделька больше. Ну да, хедшот вероятнее. Там надо Рейнхарда как-то убрать. Да забей, он же не рядом с грузом. А, он рядом с грузом. Он рядом с грузом, вот именно. Давай сзади. Давай. Сейчас мы его. Чтоб тебя. Ой, да там еще этот, Люсио. Я Рейнхарда-то убил, но как бы Люсио. Люсио там на тебе. Сейчас я его заберу, наверное, а может и нет. А че он так быстро хилится? Ну, у него ящичка есть, он быстро хилится. Начнем сначала. Турельку мы убили опять. Он, по-моему, еще и ультанул. А ты что, уже здесь, что ли? Про пати говорит, да? Когда ультует. О, там их много. Горилла идет. Слушай, все плохо. Да я... Кто ж спорит-то? Ой, они тут справа. Да, давно уже. Я Макри забрал. Чё-то, кажись, я зря в этом месте. Короче, я сразу турельку третьего левела ставлю к следующей где-нибудь точке. Да, уже поставь ее. Слушай, там прям проходит. Прям и да? Отступать-то некуда. Там уже плохо все. Ладно, грейжи турель. Второй уровень. Третий уровень. О, я нормально ультанул. Двоих забрал. Серия из пяти убийств. Это ты большой молодец. Я тоже отдался. Я не отдался. Да, гном смешной, конечно, ему нельзя так далеко выходить. Да ладно, турелька, живи! Живи! Живи, нет! Половина хп! Нет, трец, нет! Там этот ультанул. Кто он? Люси, он Люси, я не знаю, как его там. Люська. Иди сюда! Пошел молот, сам ты. Пошел молот. Так, надо турельку поставить по-хитрому. Давай-ка. Блин, беда. Ой, беда. За макакой охота идет. Да вижу, но толку. Блин, какой он плотный-то. Люси тут пришел. Давай-ка раскроем твой потенциал. Очень как-то неудачно я турельки строю. Это ты ультуешь? Враг нет, вроде. Нет, враг. Блин, ну он с ультой за меня зашел. Сволочь такая. Ну, кстати, да, ультанул налево, ну как так-то, ну. Короче, да, я виноват, согласен. Короче, я сейчас на эту карту, чтобы не проиграть, беру красавчика, но уже поздно, кстати. Не, я беру бастиона вообще. Им не надо там. Бастион как-то попроще будет. Сейчас раз. Вражеский Макри ультует. Вот ультанул. Ну, он, кстати, ульту потратил просто так, по сути.
Ой. Хороший выстрел. Хорошая Ешка. Ешка летит очень далеко у танка, ее не стоит недооценивать. Она молодец. Ох, как я хорошо настрелял, но не хватило демеджа. Чуть-чуть, да? Так, да. Бывает, бывает. Вы у меня в прицеле. Блин, это он ультует. Все плохо. Не то слово. А смотри, слева горилла. Да там их двое, там и солдат, и горилка. Ой, горилла ультанула. За это забей, бежит. Это все уже. Я, конечно... Не уйти, да? Нет, просто они уже на точке. Сливчик. Я даже выйти не смогу. Ну, спасибо тебе, Хав. Да, спасибо тоже. За компанию. Ну так, веселенькая игра, конечно. Да. Динамично очень. Убивать еще раз. Давай, я, может, тебе сегодня ФФА зайду еще. Окей, хорошо. Ха-ха, угроза какая. Приходи, приходи, конечно. Давай, пока. Вы у меня в прицеле. Ну что, мы продолжаем, поиграем немножко. Сейчас опять на любом дефенсе я возьму этого гнома несчастного и попробую все-таки найти... Но я тащил, видите, урон. 22% урона команды. Плюсану себя, потому что другой никто не плюсанет меня. Не, Фархим, давай лучше в игре по необходимости общаться. Приготовьтесь атаковать. Играем на той же самой карте за атаку соответственно. Что там? Для разнообразия нужно что-нибудь. Можно фару взять, кстати. Можно взять фару. Можно. Ай, точно, Фархима забыл. Точно забыл. Так, пригласить в группу и играть. Во сколько ФФА? Не знаю точно. Фараон Икс. А чего Друнин с тобой не играет? Ему игра не вкатила, что ли? Так он вроде последние там пару-тройку дней не играл в Overwatch. Бери девку с туретками. Ну, ей проще в обороне играть, чем в атаке. Поэтому я не знаю, зачем ее брать в атаке. Нет, Шамей. Я же сказал, только что озвучил. Вы прибываете в храм Анубиса. Так, атака... Ну не факт, что это будет атака, а не разогрев. Да, это конец стычки. Странно, времени мало осталось тут в стычке. Что будет после этого? Ханзо где-то стреляет. Ноль стычка. Что, не нашли за это время, что ли, а не матч? Да, это новая стычка, нифига себе. Невинных. Как долго ищется. Опять тут стреляет там. Причем никого нет, кто с этим. Ни у одного, ни у одной команды нет Ханзо. Go Дзиньята на эксплозе. Дзиньята сегодня была. То есть попытка, ну хотя можно поиграть за Дзиньята, но она, он точнее. Отличные рокеты, просто великолепные. Ой, как сразу залетело, да? Теперь гораздо лучше. Симметра тут. Какая шумная фара. Здоровье восполнено.
Какая-то жесть творится. Так он же справа все равно. Ей же некуда деваться просто. Да. Блин, да, ангел сейчас мне еще. Капец. Кривой, надо за пару. Не надо за пару играть. За зарю ты ее просто разуплотнил бы. А за фару взял, отдался. Плюс один за Дзиньяту. Кажется, топает бастион, да? Или у кого такие шаги характерные? А, нет, это красавчик. Оп, нашли. Пистолет против ракетницы изи-пизи. На самом деле, не стоит недооценивать пистолет, потому что ему надо было 4 раза попасть из пистолета весьма скорострельного. Оборона. Я обещал еще разок сыграть за Тобьорна. За оборону вообще хочу сыграть с полдюжины раз, хотя бы чтобы основы понять. И... Ну, что там? Самая главная позиция туретки, это первая, чтобы она стояла и убивала постоянно. Два режима оружия. Ешечка это армор. Ульта очень сильно увеличивает скорость строительства, скорость стрельбы и прочее. Главное сейчас прийти вовремя и увидеть, где ставить. Во-первых, бастион стоит. Можно поставить таким образом, чтобы бастиона прикрывать, потому что он чаще всего внимание привлекает. Плюс туретка моя, она... не наносит так много урона, но она зато вокруг. Ну, хотя, если третьего левела, то урон там тоже нехилый такой. Короче, я буду отталкиваться от бастиона. Он пошел вроде наверх. 30 секунд, да. И я пойду с ним. Он здесь, да? Ну, тогда я его с тыла буду прикрывать как-нибудь. Вот. Блин, даже не знаю, как. Не, лучше вот... Нет, здесь слишком палевно. Давай-ка вот так вот. Чтобы проход контролировать и верхние цели снимать. Понятно, что по танкам по нижним стрелять я не буду, но... Хоть что там. Турятка уже там постреливает. Да ё-моё, отлично. Телепорт пропустил. Причем дыхание смерти я услышал, а вот вывод правильный не сделал. Запчастей уже мало. Стоп-стар, да не, аспирант, я хочу наиграть за него немножко, потому что я ничего не умею за него делать. Видишь, как отдаюсь, это же вообще не дело. Какой потенциал? Ладно, ставим кое-как. Надо еще пособирать. Да как так-то, ёшки-матрёшки. Сейчас бы я сделал стоп-старт, прикинь. Показал бы, как надо играть за него. Надо сейфовие ставить. Сейфовие. Слишком палевно. Так, они достаточно далеко находятся, может быть... Да, вот так вот, ладно. Сделаю второй левел, сверху постреляю, потом спущусь, наберу себе... наберу себе запчастей. Там контрольная точка, все дела, вижу, там стреляет... Я пытаюсь свою подчинить. Вражескую убили. Ой, там турель просто... Просто... Унижают. Я не хотел ультовать сейчас, на самом деле, но можно было это сделать. То есть я увидел, что откатилось, но подумал, что могу не выдержать.
напряжение, пригвоздил бы он меня, я ульту потерял. Но вот сейчас нужно прям вот основательно подумать. Ульта есть с одной стороны, надо поставить туретку. О, вот здесь вот можно поставить, хотя со спины можно обойти. Здесь можно поставить тогда. Кидаю броню, строю туретку. Второй левел. Третий левел. Прям загляденье. И пострелять бы еще. Ну, чуть-чуть. Ну, чтобы детальки взять. А детальки-то зачем? Ребят, ловите. Далековато получилось турелькам. А куда я лезу вообще? Опять пошел. Опять, как говорится, 25, понимаете? Ой, спасибо, сольюсь. Со вселенной. Воу-воу-воу, откуда вообще пришел? Блин, он даже не в меня целился. Он просто вот вслепую. И тут гном выбегал через дорогу. Ё-моё. Какой фейл. Ладно, турелька есть. Турелька есть, кидаю себе армор. Турелька стоит, ждет, подготовилась. Они двигаются. О, жнеца помог убить. Приятно. Запчасть стырил. Не надо. Кажется, мне вообще лезть не стоит. У меня такое подозрение. Ну просто, просто не стоит. Надолго ли? Турели больше нет. Так, турель у меня стоит. Фара ультует. Жнеца вижу. Отличная ульта от жнеца, обожаю. Пара там стреляет. Столько запчастей. А туретка пока еще ни выстрела не сделала. Вот это позиция, вот это я понимаю, скиллуха. По лестнице не подняться, она бутафорская, везде обман. Снайпер очень рядом. Заря стягивает. Меня тоже чуть не стянуло, но... Турель, держись. Всего лишь царапин. Давай ультуем. Нет, держись, турелечка. Блин, капец, все. Это все, пацаны. Да. Такую турельку загубили, а. Нужны запчасти. Но запчасти лежат очень далеко. Чуть-чуть собрал, чуть-чуть собрал, чуть-чуть собрал. Беги, 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 беги. Увлекательная игра, кстати, за Табьорна вообще. Настань железо и прогрейди турель называется. Чуть-чуть не хватило опять, чуть-чуть. Нет, 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 нет. Как же страшно жить-то, а? Лома бы достать, а? Я видел, да, видел, я понял тебя. Блин. Капец. Сейчас турельку потеряем. Турель еще жива, половина хп. Держись, держись, родная. 185. Там на 2 удара, на 3, на 2 удара. Ну, вроде наши рядышком.
Сейчас ее починю. И догрызу. Еее! Третий уровень, между прочим. Пора сверху. Больно не будет. Просто укольчик. Ой, что-то не получилось у тебя, да? Бывает. Главное не расстраиваться. Огонь по готовности. Я за турель готов убивать. Чиню, чиню, чиню. Вообще классно. А кто там опять? Не надо, не надо, я в домике. Ой, хорошо. Получилось. Вот это я дал. Вы видели? Вы видели как? Нет, вы видели? Скажите, напишите в чатик, вы видели? Блин, оставил турельку, а. Держись, родная, держись. Снайпер сзади убила. Да. Все пропустил. Так, есть ульта. Турелька не жива. Короче, я ультую. Просто тупо пострелять. Где там эта вдова? Все, минус. Е-е-е, победа. Да. Лучший игрок. Дами. Лучший игрок. Мини-гайд. Вначале все детали в армор. Тимей себе. Цель быстрая ульта. Турельки. В смысле, там две детали в армор. 100 хитов. Разве вообще на зарешают? Цель быстрая ульта. А, турельки первый левел ставишь постоянно на пофиг. Не чинишь, не дефишь. А, грейдишь и выбираешь позицию только в ульте. Или если детали совсем лишние, чинить только с третьего левела. С живой турелькой третьего левела просто так не ультанешь. Попробуй просто. Хорошо, Just Fly, попробуем. Страту рассказали, буду тестить. За атаку будем играть на той же самой карте. Предлагаю взять пока другого героя. Вообще другого, с которым сегодня не играли. Танка не хватает в данный момент. Ну, можно за Таберны катнуть разок. Взяли Таберны, это отлично. Ангел под Таберны есть. Приготовьтесь атаковать. Ангел, Фара, Таберн. Турбосвин. Атака, атака, атака. Вот эти за солдатом. Солдата там просили тоже. Да и в атаке он... Ну и карта такая, что можно пострелять немножко. Помнить про то, что альтернативка откатывается, а у Е очень точная. Помнить про то, что три выстрела идут без разброса точно. Ешечка лечения, спринт через shift. Ресинхрон видео очень большой. Он F5 помогает от такого, но мы в курсе технических проблем. Вот, если там не тащит сервак. Мы, короче, надо делать трансляцию, меняемся к лучшему. Там много информации. И завтра с утра уже намечен созвон относительно вот как раз проблем участия пользователей со стримами. Так, солдат бегает, стреляет. Стреляет. Перезаряжаемся, ешечку ставим. Идите сюда, подлечитесь. Я закончу. И не важно как. Инф меня там подкачивает.
Туретку пацаны ставят прямо на... Причем второго левела туретку, не по гайду, как Флай рекомендовал. Но перед нами Табьорн, поэтому думаю, что... Ой, там две турельки. Надо сразу АУЕ пилить. А, я тоже за Табьорном. Блин. Ладно, поехали. Ну я пробую просто дэмэдж нанести и все. Там сверху, правда, еще. Не-не-не-не-не! Увлекся. Ангел, конечно, лечит нужного человека. Я его поздравляю, в общем-то. Сейчас собьем, это не проблема. Тут, конечно, лучше какую-нибудь фару или красавчика. Вообще задача фары отстреливать эту хрень. Все. Уже отстрелили, кстати. Уже отстрелили. Вижу солдат впереди. Симметру вижу. Кто-то там сверху вроде стреляет. Пацаны вперед идут. Что, конечно, странно. Тут парочка. Опа! Ну вот. Надо было посмотреть, а почему у меня 45 хитов осталось? Потому что первый выстрел был... А уже последний на контролечком. Я не замечаю такие вещи очень часто, к сожалению. Ерича, поздравляю тебя, конечно же, с днем рождения. Слышу перегрев. Ультует один Табьорн. Они, видимо, за углом. Я бы забрался наверх, на самом деле. Но там уже есть кому заходить. Вижу снайпером. Вижу еще здесь турельку. Солдат вражеский ультует. Он сверху, он выходит. Так, вижу симметру, вижу солдата. Ой, там снайпер еще. Сейчас надо будет по снайперу пострелять за щитом. А, она тоже прикрыта. Не, она не прикрыта. Там симметры. Ставлю хилтон. Блин, сейчас ульта будет уже. Вы у меня в прицеле. Я под ловушки пошел, подставился, к сожалению. Убил парочку под ультой, но полез дальше зря. Надо было просто расстреливать щит Табьорна на пофиг и все. Что за лаги сегодня такие? Там две причины. Во-первых, вход на Ориджине сейчас проседает. Но полтора часа назад были проблемы, исходя из того, что мы используем CDN, а там вышел мажор гайджинов и очень много трафика пошло. Опа. Ловушку кинул. Точно, причем кинул. Да, это беда. Слушайте, тут прям снайпер хорошо работает. А, сори, я Табьорна называю Райнхарта Табьорном. Почему-то называю. Сори. Поиграл за Табьорна, и все, теперь у меня все Табьорны. Ангелу тоже досталось, к сожалению. 68% ульта, надо держать дистанцию, надо расстреливать пацанов, надо... Здесь, кстати, был жнец, кажется, он... А нет, он дальше. Вражеский солдат, понятно. Как я вот его не заметил в прошлый раз? Причем я слышал, что он рядом где-то. Он вышел на пару. Плохо. Надо внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Привет, предсказуемо двигаешься. Ну тут как бы направление, в общем-то, в трех измерениях они предугадываются. Блин, капец. Неплохо, неплохо.
Я сейчас набираю на ульту исключительно своими смертями. Герои, то есть по 20% за full HP свой. Это, конечно, не тот уровень. Слышу, турбосвин ультует. Почему-то про спринт забыл. Подходим. Ставлю хилку, ультую. Блин, вот зря на снайпера посмотрел. Можно было еще четвертого убить. Тут телепорт вражеский стоит, надо взять его. Да, мог его убить. Там главное близко не подходить было, чтобы ульта не дэмэджила. Но, в принципе, если бы я просто стрефанулся вправо и немножко отступил, то вижен бы с одной стороны был, с другой... Вы у меня в прицеле. Блин, опять телепорт идет. Твою ж налево, ну как так? Тут вообще экшен идет по всему. Да прекращай ты, ну... Ешечку надо было кинуть. Ой-ой-ой-ой, меньше 3 минут осталось. Мы почти на точке, судя по позиции, я вижу транспорта. Он как раз вот заворачивает к точке. Метка пошла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас полетит ульта. Наша. Доставим этот груз. Наша ульта, это хорошо ведь, говорят. Доехали грузом, насколько я понимаю. Я пойду сразу налево наверх, потому что там, скорее всего, снайпер. Этот прилетел. Блин, я пошел... Блин, хилка нужна. Я вижу, что есть ультимейт, но не хочу его сейчас связать. Лучше умереть. Ну, так, чем умереть с ультимейтом. Опа! Ну ладно, ультуем. Блин, а тут, ну, я так... Я думал, жнец уже ушел, капец. А он прям с самого начала резуректа был здесь. А shift бегом назад работает? Нет, не работает. Он работает только вперед. Если бы можно было чарджиться, конечно. Память у меня хорошая. Было бы круто. О, ульта уже есть. Блин, да как так-то? И снайпер стоит и... Хорош. Причем один выстрел сейчас в голову будет, смотрите. Раз. И все. То есть, если нет симметры в команде или там какого-нибудь плюс 50 хп от Абьорна, то это просто ваншот. То есть, ты не можешь просто так выйти против грамотного снайпера и жить. То есть ты умрешь. Просто ты умрешь. О, пацаны-то дошли. Ультуем. Зачистка завершена. Марш к грузу. Нужно его доставить. Вы у меня в прицеле. Не, не надо, не надо, не надо, не надо, я понял. Осталось совсем чуть-чуть, 2 минуты 50 секунд, 2 минуты 42 секунды осталось. Почему стоим? Вперед! Так, нужно доставить груз. Чарч. Идите сюда, подлечите. А у я, конечно, в щит кидать это... Редкостная хрень. Нет, 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 ну как так? Я же... Я вроде уворачивался, вроде видел. Но я не в ту сторону уворачивался. Не в ту сторону уворачивался, Василий. Смарт-пулемет. Да, пулемет, конечно... Помогите мне! Ай, там... Там же это еще. Ой, хорошая ульта. Сейчас как раз на бастиона пойдет. Там второй, правда, бастион. Попробую его обойти, но... Хилки нет. Тут вообще хилки по нулям, да? Вот здесь вот есть хилочка. Готово. Ой, хорошо.
Табьерн шикарен. Ой, в смысле, Райнхард шикарен. Ну все, ГГ. Солдат. Солдат. Не умею я играть солдатом. Но он с точки зрения механики достаточно простой. Точный, мощный, если в ближней дистанции. Хорошая, простая ульта, полезная универсальная хилка. Спринт тоже проще не придумаешь. И АОЕ, который, в отличие от других, от многих других АОЕ, значительно проще выцеливаться. То есть у него нет такой вот дикой траектории, как у Гренок, например, какого-нибудь красавчика. Он больше на Rocket Launcher похож. То есть летит практически по прямой, летит быстро. В общем, так молодец. И только так. Абсолютно средние значения. А, да, кроме смертей. Смертей больше. Ну и убийств немножко больше. Но меткость прям один в один. Плюс-минус один. Вы прибываете в Нумбане. Тебе надо меньше умирать, Миша говорит. Ксарик. Тут не поспоришь. Приготовьтесь атаковать. Так, кого взять на атаки? Есть у вас пожелания какие-то? Есть ли у вас какие-то пожелания по героям на этой карте в атаке? Ну, понятно, что здесь два танка нужно. Блин, ни одного танка в атаке. Трындец. Это Бьерна возьмем. Ну, посмотрите на эту тиму. Солдат, Ханзо, Макри, Фара и Ангел. Русскую убери. Русская просто сегодня была. Вот Абьерн именно на этой карте, на мой взгляд, получше, потому что сопровождение грузов, все дела. Взял, поставил щит, идешь вперед. Есть мнение, что лучший герой в атаке Макака. Спасибо за мнение. Это просто спасибо. Может быть, я не спорю. Райнхард, да, Райнхард. Райнхарда берем. Атака начнется через 30 секунд. А я что, сказал Табьерн опять? Да не может быть. Нормально он крутит. Ну что, Табьерн, мили, щит, ешечкой точно выцеливаемся по статичным целям. Ой, тут ловушки сейчас будут. Блин, какая жесть. Ангел, может, это самое меня подлечишь? Там товарищ, ты живой. Спасибо. Спасибо. Макри минус нули. Да, щитом от этой темы не защитишься, не укроешься. Не спрятаться, не скрыться. Да, и прошив не забываем же еще. Ой, там бастион стоит еще. Надо обходить 100% эту тему. Обходить по второму этажу и куда-то туда. Есть ультимейт. Нас так прилично остановили прям на респе. А почему не обходят, пацаны? Почему нет ульты, молот дракон... Ой, этот, как там... От... тут не обойти так просто, да? Герои не умирают. Так, резурект пошел. Ой, беда, ой, беда, ой, беда. Беги, 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 беги.
Ангел, залей, пожалуйста, а. Блин, ангел, ну ангел, ну. Там перегрев идет. Кто-то деньги шлет срочно. Я пошел врываться. Хочу. О, хорошо! Блин, так ворвался по-царски. Троих собрал на чарджи. Но там ультовал бастион, и я не выдержал такого урона. Но тиме я 100% помог. И ультанул еще потом. И... Главное, да, захватываю точку нашу. Подрулил чутка. Да ладно, ну пацаны, ну что, ну как так-то, ну... Я зря, что ли, проливал тут кровь? Все ясно. Капец. Где тьма, когда она так нужна? Меньше 2 минут осталось, мы еще груз не захватили. Главное захватить, то есть тут главное, чтобы начало было положено. А там уже выкрутимся как-нибудь. Я туретки не вижу. А, вижу. Нет, не вижу. Блин, как же быть там? Там бастион стоит. Ладно, поехали. Приехали. Да, зря. Я в щит попал. Ну, в смысле, в него не попал. И все. Осталась 1 минута. Минута, ульта есть. Все 4 там пацанов. Мертвые. Пробую обойти. Пацаны подтягиваются. Выходи и сразись со мной. Давайте, я готов. Отсюда. Так, Таберн первым отдается, хорошо. Пошла ульта от этого. Там бастион раскладывается, я пытаюсь... Не, не успею. Блин, не ультанул даже, капец. Все, мы сейчас проиграем. Если наши там не продержатся, нет оснований, чтобы они там продержались. Один человек только раненый остался. Так, не раненый, зеленый. Нет, это ГГ. Жалко. Жалко. На X спросить хила, буду знать. Лучший игрок матча. Мисни. Туретка сейчас отыграет. Смотрите, как надо было стрелять. Раз, два, три, четыре. Хорош, снял. Там турелька стреляет при этом еще. Меня убил. И выжил. Беда. Беда. Почему ты Райнхарта Табьерном называешь? Ну... Just Fly, я в курсе проблем. Ладно, такое часто бывает на этой карте. Здесь достаточно сложно атаковать точку. Хотя можно было, конечно. Да, GG турит, play-off и game. И еще пиарится. Сейчас на той же самой точке за оборону сыграем. Давайте Табьерна как раз возьмем, чтобы не путаться с Райнхартом. И чтобы тоже попытаться туретку поставить правильным образом. Внимание!
Так. Туретку вообще нужно ставить таким образом, чтобы она сверху сильно не простреливалась. Опять я не по страте играю. Ну ничего, зато от души. Гном такой низкий. Уже в который раз замечаю, очень непривычный. Ой, убил. Закинул себе армор, и видите, этого хватает. Хватило для того, чтобы выстоять. Тут кто-то из наших. Ой, тут даже много людей. Да, был неправ. Туретка минус. Но это разогрев, опять же. То есть это не столь принципиальным. Тут полный балаган творится. Опять атака. Давайте на этот раз я за Зарю сыграю. Есть Табьорн с одной стороны. И трейсерка, снайпер. Вторую Зарю взяли, прикольно. Три танка. Саппорт. Хорошо, хорошо, хорошо. Будем ломиться. Два сап... Да что ж вы делаете-то, люди? Три Зари. Что происходит вообще? Что за... Четыре танка и два саппорта, которые не стакаются. Почему не ангел? Я в шоке просто. Я просто в шоке. Но только ради двух ульт брать? Или типа один на музыку, другой на хил? Вообще свина можно было действительно взять. Да давайте я возьму свина. Ну потому что две зари это уже как бы кто-то должен подтягивать и урон наносить. Хотя они тоже могут нанести. Это как две тележки, да, одна на ману, другая на хп, так и есть. Так и есть, кстати. То есть на жизни и на скорость. Сейчас будет, конечно, жесть. Я не видел никогда такой связки. 4 танка, 2 саппорта. Они все идут слева, 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 слева. Поехали, работаем. Пытаюсь. Очень быстро идем. Ну не попал, как ты не попал, как ты не попал, вплотную, блин, вплотную, раза три, ни хрена вообще, ни хрена. Что за трешачок-то такой творится? Вы видели вообще? Я вроде в него стреляю, а вроде не в него. Иди сюда. Не пришел. Ой, как больно-то, а? Ну иди сюда, ну не хочет, ну хоть убейте, не хочет. Сзади фара стреляет еще. Иди-ка. Перемотал. Убьют. Огонь по готовности. Ну, двое, понимаете? Не так меня хорошо тут урон входит в такого огромного, толстого Михаила Бобра. Точку захватывают, там три человека, два... четыре человека, три. Три... битых и... Три, пока. Трейсерка подошла. Ну все, захватили, получается. У-ху! Лови, юху. Пей! Не успел хильнуться. Надо было ультовать чуть раньше. Как же мочит Заря, а? Если попадать. Больно не будет, просто укольчик. 4 танка, 2 саппорта. Ау, по-моему, им мало. Паджик не зашел. Да не, сейчас разыграемся. Ну, то есть, Паджик уже сегодня был, кидал хуки, как просто царь. Но, к сожалению, нет. Иди-ка сюда. Час расплаты.
Ультанула трейсерка по мне, к сожалению. Но час распада я замочил. Да, плохо. Два, два, восемь оставалось времени на табло. Там уже ультуют пацаны, пятеро, но битые. Ультует очень вовремя саппорт Люсио, я вижу. Ливень идет от фары. Иди-ка сюда. Ну, подруга, иди. Ну, пожалуйста, ну. Да, отлично. Молодцы. Трейсерка, иди, давай, 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 родная. Опять сейчас расплаты. Нет. Как так произошло? Зашел вроде хиляться в безопасное место, а там... А там народу резко много стало. Так, работаем, работаем, работаем. Что, ангел пошел у нас, да? Не, а это вражеский. Табьерн... Ой, в смысле, Райнхард врывается. Пытаюсь отхиляться, но очень плотный. Слишком плотный. Давай ультанем тогда. Отлично, ультанул. Просто все попал. Все, каждый выстрел, каждая пулечка. Сопровождаем груз. Ребят, ну давайте, может, груз? Кто? Залетайте. Ну куда ж вы уходите, ну, друзья? Ну... Зарю. Там фара ультует. Нет, 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 ульта. ХПшечка, ХПшечка, где же ты? Нету ХПшечки. Очень круто. Трейсерку грамотную, конечно, поймать. Это целое, целое искусство. Ну и за трейсерку играть тоже нужно весьма искусно. Ну, ё-моё, ну как так опять? Где груз и где мы, называется? Груз кажется слишком далеко. Здравствуй, Даймонд. Ну, я не вижу полный никнейм, к сожалению. Привет, привет, привет. Убил! Макри крюком. Не добил. Зарю, ну бас. Слышу фару. Спасибо за щит, очень полезная штука. Прям я счастлив. Мне кажется, сзади фара была. Ой, какой хук, какой хук. Царский, видели? Огонь по готовности. Так, я пропьюсь. Куда ты там час распла... Ай, трейсерка сумасшедшая ворвалась. Ультимейт слишком поздно. От Люсио не хватило нам хп для того, чтобы это законтрить. Сначала... Да-да-да, очень классный ульт. Я также часто ультую. Игра за турбосвинна, пропаганда токсикомании. Но почему он берет неиспользованную штуку от противогаза? Вы понимаете, что эти патроны надо менять периодически? То есть все. За здоровый образ жизни, ОБЖ, все дела. Иди-ка сюда. Блин, закидывает как... Что-то повсюду враги. Блин. Очень. Хорошо трейсерка играет. У нее, наверное, будет play of the day. Прикрепила бомбу. Ну а что я сделаю? Ничего не сделаю. Да как так-то?
Не успел подлечиться. Груз черт знает где. Ой, какая дичь, а какая дичь. Надо ультануть. Напоследок, так сказать. Ну, я ультанул. Я покажу, как надо. ГГшечка, пацаны. Поражение. Ну, трейсерка мочила здесь, конечно. Меня унижала. Я не удивлюсь, если он будет лучшим СОАС, этот товарищ. Лучший игрок. Нет. Матча. Это где было? Раз, минус один. Зарю. Раз. Добил. Ультанул. К этим успел даже. Ну и да. Чуть-чуть только ангела не убил. Но это не столь принципиально. И поблочил хорошо, и врывался неплохо. Клево. Да, взял бы бастиона и затащил бы. Но черт его знает. Бастион еще более уязвим, чем турбосвин к трейсерке. Потому что у него, в отличие от турбосвина, даже... мид рейнджа нет нормального. Только мели. И у него хп меньше, и он не лечится. То есть тут непонятно, исходя из чего. Вообще бастион — это самый уязвимый для трейсерки танк. Щит он обходится одним блинком за спину. У бастиона только милишная атака, что трейсерка его может держать дистанцию, и все. Если он хочет чаржнуться, то это тоже вопрос блинков в бок. И все. То есть. Этот-то, по крайней мере, может альтернативной атакой стрелять. Если хук сделает, то может убить вообще со связки с одной. За оборону. Я хотел еще Табьерном сыграть. Помучиться. Сегодня ФФА будет? Возможно. Возможно, будет. Так, сейчас попробуем идти по страте. По страте товарища, который там рекомендовал. Накидываю армора. Себе накинул, сам себе спасибо сказал. Спамлю туретку первого левела. Потому что они бесплатные фактически. Как-нибудь вот так вот на вход. Быстро появляется. И не нужно там ничего дополнительно вкладывать. Да, она слабенькая, но какой-никакой дамаг будет наносить. Дальше по этой страте я должен продолжать спамить туретки по мере убийства, собственно, их врагами. Весь армор, который... Все детальки, которые будут получаться, они будут складироваться здесь. Я буду закидывать в армор своим союзникам. И когда уже будет... Так, кто-то уже отдался у нас там. Так, собрал. Собрал, поставил, взял. Ну, просто стреляем. Просто-напросто. Там снайпер работает сверху. Какой вперед? Я гном. Че ты на меня щит кидаешь? Хватаю деталек на армор. А давай-ка здесь поставим ее лучше. Но мне не жалко, она откатывается быстро. Пусть лучше стреляет.
Ой, пилот. Так, убили турецку. Ой, снайп. Не увидел я ее там сверху. Я только заметил, что у гнома клешня вместо руки. Да, да. Это потенциально мой персонаж. Крабоподобный. Турельки агрессивнее спами, чтобы они тебе ульту набирали. Ну, вот я поближе одну поставил, Just Fly. Вроде правильно. Но до ульты еще чуть меньше половины. Вроде пацаны держат точку. Сейчас поставлю. И так сойдет вот здесь вот где-нибудь. Ну, потому что как бы... А тут никого не осталось, что ли, уже? Ой, там снайперы. Серьезно, защищать будете? Да ну, это утопия. А может и нет. Да, утопия. Так, чуть-чуть осталось до ультимейта. Нужна третья турель, нужна она прям на базе. Это и ежу понятно. Но, к сожалению, пока ставлю обычную. Настреливаю, как могу. Ну, чуть-чуть надо. Так, слева там заходит Абьорн. Чаржится, вылетает. Так, ну есть ультимейт. Это хорошо. То есть теоретически можно поставить уже турелечком нормально. Второй уровень. Третий уровень. Ну и надо, наверное, сейчас тусоваться рядышком. Прикрывать эту красавицу. Слева фланги прикрывают, справа тоже вроде. Прям по курсу идет танк. Слева проблемы. Ой, снизу подходит. Телепорт пошел от этого, от жнеца. О, хорошо, убили. Надо. Объект защитили, вижу танк слева. Райнхард, я Табьорн, он Райнхард, не путаем. Не путаем, работаем. Обнаружен снайпер. А, вижу. Но снайпер пока не в той позиции, чтобы прям сильно угрожать. Ну, закидываю, подспамливаю. Трейсерка здесь. Снайпер там. Ой-ой-ой. Молот не пошел никуда. Держи. Ой. Там, кажется, опять снайпер работает. Чиним турельку. По соточке чинит за удар. И требует 10 деталей, то есть... Так, по-божески, на самом деле. Мне кажется, сейчас ко мне будет прорываться по флангам. Ну, я бы так сделал. На их месте. Опа, справа сняли. Блин, такая печаль. Как-то больно тихо, больно спокойно. Это не к добру. Это не к бобру. Я всего лишь маленький Табьорн, понимаете? Нифига себе, как быстро турель. Я жду, когда ульта наберется. Беру комплекты. Не-не-не-не-не-не-не, опасно. Спасибо. Давайте еще немножко наковырять. И надо... Только не ульта, только не ульта.
Отлично, я накопил на ульту. Один раз попалось там 50. Не умирает. Спасибо. Ультимейт от ангела от нашего. Один выстрел буквально попасть. Вот шальной какой-нибудь вообще. Ну, е-е-е, попал. Ну, я ультую. Долго выбирал место для турели. Это ошибка, конечно же. Туретка так, чтобы снайпер не сильно стрелял из этого, из... Ну, это фигня, конечно. 100 хитов. Не густо. Ох, не густо. Наши еще мертвые лежат. Спасибо за увеличение урона. Макри ультует. И слева туретку мою убивает. Ну, очевидно. Ты там спускается. Там Бьорн, и он сейчас убьет. Живи, ну. Жива, жива еще. Треть хп. Давай, держись. Турелечка, я иду. Молодец, как тебя раскорячило-то, а? Держись, родная. Все, живем. Спасибо. Так, ну вы тут молодцы, вы тут справляетесь хорошо. Там справа фара вражеская с ангелом. Я подспамливаю, че? Все равно... Дармовые выстрелы. Спасибо. Снайпер там выстреливает туретку, судя по всему, но... Но цель устранена. Осталось меньше 2 минут. Турелька, конечно, стоит у меня. Вообще в стену стреляет. Но она точку защищает. На самом деле есть в этом что-то такое. Молодцы, убили. Это мне всегда нужно. Держи. Кому брони, спасибо. Кому брони, спасибо. Заря ультанула там в кого-то. Наш друг мертвый лежит. Вижу снайпера. Вижу танка. Вражеский Райнхард. Так, подходит жнец. Обезьянка идет вперед. Турель моя не работает. Там Табьорн. Ой, сверкой попал. Держи. Блин. Держись. Держись. Нет, держись, турелечка. Твою налево, все. Воскрешение. Воскрешение, ставлю турель. Ставлю, как никто никогда не ставил. Так, слева, справа, справа, слева. Пулеметим на последнее. Да изи, 20 секунд осталось. Кому армора? Вижу Табьорна, попал разок. По мне, правда, тоже там попали. Обезьянка ультует, они врываются на точку. Обезьяна бьет турель, турель не очень. Пытаюсь подчинить ее. Ультую. И чиню, как никто никогда не чинил. Чиню. Не попадет. Все нормально. Я чиню. Изи пизи. ГГшечка. Та-да-да-да. Зашло, зашло. Лучший игрок матча. Так, фара пристраивается, видит, что на... идут саппорты всякие, ДПСеры, ультует туда-то, куда-то, убивает снайпера 2 ракетами, и это лучший момент. Ну, ничего страшного. У нее одиночных убийств 23 штуки. Серию ангела убийств, хотя она не стреляла вообще. Кто же тут лучший? Вообще чётенько на запись, говорит аспирант. Да не, это что, аспер? Ну... Сегодня будет ФФА? Да, будет ФФА. Скорее всего, будет ФФА. Ну, написано в Message of the Day, написано в анонсе, что, скорее всего, будет ФФА.
Давайте это последняя будет игра, чтобы начать как раз вот ровно, ну, в 10-10. А дальше переключимся на ФФА, потому что там нас Хавк ждет. Я для удовольствия сыграю за Зарю в атаке, с вашего позволения. Потому что этот танк мне нравится больше всего в данный момент. Она понравилась своей универсальностью, ну и интересной механикой. Во-первых, что касается универсальности, она, в отличие от всех остальных танков, великолепно работает на средней и даже дальней дистанции. Альтернативной атакой закидывает дальнюю, может работать на средней своей основной атакой. Она выполняет роль и саппорта, и, собственно, сама танкует при помощи щита. Причем у щита, как вы знаете, есть вторая функция, что если ты правильно кидаешь щиты, он не только поглощает урон, но и увеличивает твой дамаг. Если дамаг увеличивается, то это прям вот прям сразу ощущается. У нее еще очень классный потенциал в том плане, что основная атака, она как шафта. Большую часть выстрелов я сейчас не попадаю, но если сядет какой-нибудь Антон Синьгов, да, или Сайфер сядет, ну, человек, который в шафте там процентов 70 стабильно имеет, то ДПС у него возрастет в два раза. А мне и текущего ДПС хватает, понимаете? Ну и, конечно же, ульта у нее тоже потенциально очень хорошая, особенно в связке с ультимейтами своих союзников. Например, Ханзо, или Фары, или Трейсерки, или Крысавчика, даже не ульты, а обычные атаки. То есть стяжка довольно большая. Сейчас просто это никто не делает, потому что никакой кооперации нет. Но если будет более-менее слаженная хотя бы пара игроков, что они смогут комбинировать ульты, то это будет очень круто. То там можно просто вайпать всю тиму. Захватите объект А. Так, они на точке находятся. Сзади стреляет вражеский жнец. Так, туретка. Еле выжила. Надо за аптечкой сходить. Да, и у него, конечно же, жизни регенится, ну, поле регенится, половина ХП это поле, поэтому... Максимальный разогрев сейчас идет, это очень хорошо. Можно заходить на точку, можно убивать этого снайпера дешевого. А можно и не убивать. Блин, да что ж за ангел-то такой дикий, а? Нет. Так, захватили объект, я выжил, ультанул более-менее, так скажем, более-менее ультанул. Ой, вот это плохо. Ой-ой-ой-ой. Это вражеский был? Нет, это наш был. Серия из 5 убийств, ультует. Сейчас захватим просто, изи. А где красавчик-то? А, вон он. Ой, хорошо попал. Вы же бан. ГГ. Ладно, давайте еще разок сыграем. Что-то это вообще не идет. Не зашла. Не считается, короче. А Соус — это трейсерка, которая была, вот помните, в прошлой игре. А, ну вот, кстати, тоже связка, о которой говорил. Заря и трейсерка с ультой. То есть у нее дамаг где-то 400 влетает в лицо. Единственный минус, что, ну, не всех задевает, там сплэш не такой большой. Но если все будет в стяжке, то пострадают все.
За минуту выиграл? Нет, тут было, наверное, минуты 2-2.5 по факту. Хотя нет, минут полторы, скорее 2. Вы прибываете в Дорадо. Дорадо и атака. Давайте зазарю. Нравится мне этот герой. Она в плане щитов сложновато. То есть надо получать ровно столько, сколько ты можешь унести. И кидать на союзника еще щит тоже нужно в нужный момент. Там, конечно, пауза, точнее действие щита, который кидается на твоего союзника, больше на секунду. Но все равно промежуток времени достаточно кратковременный получается. А на себя так вообще там ты кидаешь на пару секунд и все. А кулдаун секунд, наверное, 10-12. Так, готовимся. Карта сложная для атаки. Много разных стадий у нее. Самое сложное, на мой взгляд, самое последнее. Но такое часто бывает, потому что рез противников особенно близко находится. И без симметры... А у нас есть симметра? Нет, у нас нет симметры. У нас два жнеца атака зато есть. Начнется через 30. Ой, бардак. Какой бардак. Посмотрим, вдруг они топовые вообще. А я наговариваю на них. Вижу вражеского... Это Тобьерн же, да? Нет, да, это макака у нас, Уинстон. Я лучше с фланга вместе с саппортом заходить буду. Работаем. Рано прибавил звук. Обходим к снайперам и туреткам. Трейсерка обходит, я с ней как бы за компанию, типа тоже... Тихо! А как? Я вот не понял, как это произошло. Убил я кулачком, но... То ли на гранатах взорвался, да, на гранатах взорвался. А, там трейсерка еще добавила. Но взорвался я, умер именно от гранат. Ты спутал здоровенную гориллу и маленького шведа? Почему? Нет, я опять Тобьерна с Райнхартом спутал, вот и все. Так, кому щит, пацаны? Учитывая то, что выстрелы казенные, в любой непонятной ситуации... О, как я наполучал-то, а? Ну, разогрелся зато. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ульта скоро. Вот не хочу с красавчиком, на самом деле. Я уже столько раз умирал. Ой, этот... Не понял. Вовремя щит. Заряд хороший. Ульта есть. Пару вижу вражескую. Ульта вижу. Огонь по готовности. Но никто туда не засосался. Полный разогрев. Полный, Карл. Блин, плохо. А где снайпер? Да вон вижу. Не-не-не-не-нет. Хилка нужна. А меня подлечили уже. Надо снайпера снимать. Да как так? Кто там? Уинстон залетает. Очень зря залетает Уинстон. Прямо скажем. Максимальный заряд. Ульта 70%. Все чисто. Выдвигаемся. Надо рядом с этой штукой находиться, чтобы быстрее двигаться. Но жалко, конечно, разогрев. Очень жалко разогрев. Трейсерку слышу, но это вроде наша трейсерка. Вперед!
слышу гориллу. Заметил ее не сразу, к сожалению. Вижу. Давай, крутанемся. Вообще что-то разошелся, не надо так аркадить. Разогрев, конечно, полный, но... Да ладно, нормально. Ой, 12... серия с 12 убийств, понимаете? Как приятно за Зарю играть. Ну, я щит в откате был, я там не смог бы ничего делать. Уже на новую ульту накопил. Хотя вроде как прошлая ульта это была только серия. Рейнджа не хватает здесь. Блин, опять обезьянка. А я не готов. Снайпер стреляет там. Давай крутанемся сюда. Хорошо. Больно не будет. Просто укольчик. О, ульта. Блин, а тут щит стоит. Я врубаю свой щит, отступаю. Там ультует красавчик вражеский. Убил я ульту, но она задела все-таки нашего товарища. Вот зря я шив сейчас связал. Рановато щит поставил. Блин, опять 25. Я тут один. Не надо так делать. Ультует солдат вражеский. Нафиг нужно. Снайпер сверху стреляет. Надо ждать остальных. Я не спас ангела, к сожалению. Ой, сейчас у меня снайпер. Куда-нибудь кину щит. В надежде, так сказать. Хорошо. Щит откатился, здесь двигаемся. Ой, опять макака. Ну, что ж ты будешь делать-то, ну? Вот сейчас можно ультануть будет. Капец, дамаг. Вообще жесть. Вообще сейчас, вот это на момент может попасть, потому что дамага там было море просто. Просто море. Мне же самому понравилось. Блин, там жесть, конечно. Во-первых, времени достаточно мало у нас. Во-вторых, ультимейт у меня нет. Блин. Ой! Убили макаку. Серия из 10 убийств. Там ульта пошла, но меня убили. Жалко. Серия из 11 убийств.
Да, жалко. Жалко. Я никогда не... Ну ладно, мы уже почти приехали. Там дело техники осталось. Надо довершить начатое в одну хорошую атаку. Правда, мы очень разрознены. 3 человека здесь, соответственно, 3 человека тут. А нет, 4 там. Мы только вдвоем. Нет, справимся. Уже сейчас они должны сами справиться даже. Учитывая то, что... Хотя нет, там 3 врагов. Нашего убили. Так, надо подождать откат. Ультует пара еще. Заряд полный практически. Так, вижу, что ульта пошла от этого. Попробую попасть. Попал, но я почти гуф. Или солдатам. Ауешим. Копим на ульту. О, хорошо ультанул сейчас наш друг Люсио. Полный разогрев. Ультануть надо сейчас. Есть, поехали. Жесть, какая жесть, да? Сумасшедший дамаг. Там ультует солдат. Блин, надо дождаться, когда откатится. Откатился. Щит. Держитесь, пацаны. Е-е-е, победа. Еще одна серия. Вообще хорошо сыграл. Чем дальше, тем больше мне нравится играть за Зарю. Потому что сейчас было где-то киллсов 25, наверное, на 4 смерти. Опять СОС лучший, но вы видели, что как бы я тоже не лыком щит. Старался. Да, вот это. А, она минкой всех убила, блин. Это она туда кинула. Да, 21 убийств при полной зарядке. Вообще 30 убийств. Ну все, я ливаю. Сейчас перейдем благополучно на ФФА. Для этого придется перезапустить трансляцию, потому что ФФА все-таки Full HD, все дела. Привет, косматый. Привет. Так, и Warcraft еще подразумевает наличие, блин, вебки. Черт возьми. Сейчас битрейт еще пониже сделаю. Это не экшен, в конце концов. Тут графона нет. А StarCraft? А StarCraft надо подождать товарища, который саппортил, собственно, ради него. А то если он пропустит, то будет не очень круто. Лаврик. Сейчас посмотрим, он здесь или не здесь. Лаврик. Этого здесь нет. Ну, еще есть вероятность, что он сегодня подтянется. Можно будет в конце сыграть. Запускаем варик, сейчас нужно чатик в другую сторону. Но заря хороша, согласитесь, да? Отличная АОЕ, отличный дамаг на средней дистанции, если цель особенно держать в поле. Отличный саппорт союзника на 3 секунды поглощения урона. Отличный ультимейт тоже командный, щит на себя тоже хорош. В общем, куда ни глянь, везде плюсы. Так, как мы тут... О, нифига себе. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас все будет. Простите, что я не в кондиции немножко. Лохматый. Могу причесаться быстро, чтобы не переживали. Все, готово. Лучше? Лучше. И смайлик новый, видите? Причем он анимированный, да там много новых смайлов появилось. Спасибо Савелию за это. Рисует, креативит. Здорово. Так, и надо немножко Warcraft захват. Окей.
Так, ну мы ждем Данпила, надеюсь, он на связи. В принципе, времени-то уже прошло. Так, остановить запись надо еще.